Следующим к наставнику за результатом идет повар Андрей. Ты понимаешь прекрасно, да, что мне надо идти до финала с тремя вокалистами, которые не вызывают у меня ни капли сомнений. Ни капли сомнений, потому что борьба будет очень тяжелой в сегодняшнем выступлении. Как ты себя оцениваешь? Можно было бы и лучше, честно. Можно было бы лучше. Конечно. Ты прекрасно знаешь свои плюсы, и ты начинаешь их толкать вперед в песне. Угу. Но минусы есть, а они слышны. Да-да-да. И они слышны. Мне надо быть уверенным в том, что человек, который должен победить этот конкурс, он безупречен во всех отношениях. Поэтому будет решение принимать мне будет крайне непросто. Андрей, ты в моей команде. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Я вас не подведу.